Давайте не забудем Иран, Тегеран. Между Тегераном, кстати, и Баку сейчас почти красная напряженность. Ну. Нет? Не так? Нет. За все эти годы, невзирая на то, что между Ираном и Азербайджаном существует достаточно серьезная внутренняя напряженность. Но хотя бы из-за того, что Азербайджан с шиитским большинством остается светским государством, Иран хотел бы его видеть иным. То есть там есть свои серьезные очень несогласия, но не надо забывать, что во главе Ирана стоит азербайджанец. Аятолла Хаменеи, он азербайджанец. И отношения Азербайджана к карабахскому конфликту и Ирана были совершенно одинаковые по всем декларациям. При том, что понятно, что у Ирана есть собственные интересы, которые связывают его в чем-то с Арменией, балансы сил. То есть это некий сложный баланс. Те, кто живут там в Армении, прекрасно это знают. Между Арменией и Ираном существуют достаточно серьезные партнерские отношения, но сейчас там вообще все стало достаточно непонятно. Можно с уверенностью сказать, что тот режим, который сейчас существует в Иране, он не продержится слишком долго. Но не слишком долго, это может еще затянуться на год или на два, но можно сказать, что основы уже просто подрываются на глазах. Еще раз, без прогнозов год или два. Но в этой ситуации, опять же, возможно, какое-то влияние Ирана, оно ограничено. Вот больше все-таки здесь есть перспектив у России и у Турции, если говорить о ближайших к Армении странах.